Перед сеансами в кинотеатрах могут перестать показывать рекламу. Законопроект будет рассматриваться Госдумой в ближайшее время. По мнению депутатов, сейчас ситуация не очень справедливая. В рекламный блок из трейлеров, то есть анонсов фильмов, входит и пиар товаров и услуг. Это вызывает недовольство зрителей, поскольку люди не могут пропустить рекламу. Она начинается, когда свет в зале потушен, и зрители уже должны сидеть на своих местах. Плюс они вынуждены за этот просмотр еще и платить, так как билеты в кинотеатры платные. Мы поинтересовались, раздражает ли реклама перед фильмом. Иногда очень даже полезная информация показывается, поэтому меня не раздражает. Когда про фильмы говорят, еще нормально, а когда вот это вот там про кафе, это мне не нравится. Я вообще, в принципе, не хожу на эти мероприятия, некогда.